Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек с маркетплейсов, все самое интересное. Итак, поехали. Покупочки Валберес, что же здесь у нас интересного? Взяла верхнюю форму для наращивания. Зачем взяла, не знаю, потому что пока не планирую делать гель-лак. Но мало ли, вы знаете, сегодня не планирую, а завтра планирую. Здесь набор микс, 48 штук миндаль, 24 штуки арочный, 24 балерин, 24 квадрат. Такие вот они интересные, здесь их очень много в упаковочке, вот они разной формы. Взяла микс, потому что тоже, знаете, сегодня хочу одно, завтра другое. Пусть лежат, пригодятся. Вот, дальше едем. А взяла насадки на швабру Хаусвелл. Это, кстати, Яндекс.Маркет у нас, Яндекс.Маркет, да. У меня швабра и ведро Хаусвелл, но эти насадки подходят на многие другие швабры. Смотрите размер. Да, по размерчику все смотрите. В карточке товара, я думаю, он указан, на другие швабры подходит. Девчонки, сколько у меня не было швабры, насадок на швабру, они идеальны. Сейчас объясню, почему. На Яндекс.Маркете очень дешево, на Озон и Вайлдберриз в 2-3 раза дороже они. Вот реально. Здесь 4 штуки. Сразу взяла, хотя та, которая была со швабры насадка, она уже 3 месяца, ей ничего. До этого я брала насадки немного подешевле, обычные, как бы на швабру. Ну, месяц и все. Если, дай бог, месяц, и они рвались. Особенно там, вот, где надеваются крепления. Я вам сейчас покажу все, как сделано здесь. Все, как бы фишка. Да, смотрите, что надеваются они здесь с одной стороны. То есть, с одной стороны у нас с вами крепление, а не с двух. Есть швабры, не только у Хаусвелл, у которых нужно с двух сторон, да, какие-то крепления. Здесь они с одной. Если у вас швабра так надеваются, насадки, то вам тоже подойдет. Почему они? Они самые лучшие, девчонки, потому что вот здесь посерединке, он этот слой немножко блестит. Я не знаю, передает вам камера или нет, я вижу. Вот тут посерединке этой полоски и вот этой есть такой жесткий слой. Вот он, видите, он переливается. То есть это такая жесткая щетинка, и она немножко выпирает над поверхностью, видите, самой швабры. Вот за счет вот этих жестких щетинок, они прям мега жесткие. Когда пальцем проводишь, вот они в одном месте, эти нити идут, в двух точнее. Вот тут и вот тут. Очищает все на ура. То есть если есть, если просто пол протереть, ну просто протереть. А если есть какие-то загрязнения, там пятнышки, что-то нужно оттереть, то не надо ползать по полу как бы с щетками, с губками и так далее, потому что отлично оттирает любые загрязнения с пола. Вот просто на ура. Вот нет аналогов этим насадкам. Вот ни с чем, девчонки, не сравнить. Они просто шикарные. Ни у одного бренда я таких не видела, чтобы вот здесь вот такие вот жесткие полосочки были, которые очищают пол на ура. У меня дети часто что-то на пол роняют. И вот когда моешь полы, ну вообще обалденно. Просто идеально чисто получается. Поэтому я в них влюбилась, взяла еще себе в запас. Хотя, повторюсь, первая насадка от этой швабры у меня еще до сих пор служит. И абсолютно ничего. Она в идеальном состоянии. Но пусть будут, вдруг пропадут, а мало ли что. Так, следующая покупка — это Валберес у нас с вами. Мини-портативный вентилятор. 170 рублей цена вопроса. Мы просто в Абхазии в Сухуми покупали на рынке такой же за 500. И Крис, и Ксюшки, и вентилятор Крис мы где-то потеряли. Я полезла на Валберес, представляете, в Абхазии за 500, а тут за 170 рублей. Аналогичный, один в один. Я, правда, заказывала розовый, надеюсь, он и придет. Да, да, по-моему, да. Потому что Крис был такого цвета, вот, вот такого розового. Вот. Да, тебе сейчас, подожди. А прикольные, кстати, вентиляторы. И для цены 170 рублей вообще шикарно. Здесь веревочка есть. Подожди, малыш, подожди. Сейчас отдам. И зарядка USB. Вот. Дует вообще классно. Дует сильно. Мы прям спасались в некоторых местах с этими портативными вентиляторами. Там они в разных расцветках есть. Тут средний режим. Средний. И он с подсветкой. Видите, лампочка горит. И сильный, без подсветки. Вот сюда заряжаем, дует вообще классно, вот просто классно, очень мощный. Даже можно вот, когда жара на кухне, вот так на стол поставить, и хорошо охлаждает, прям холодочек идет, прям здорово, очень мощный. 170 рублей вообще цена всего вопроса, цена счастья. Вот ребенок уже прыгает, приходится отдавать. Так что вот так. Покупочки Валберес, и здесь у меня очередная порция нереальной красоты от Словалю. Я уже все на пункте выдачи открыла, проверила. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Словалю — это бренд, который специализируется на изготовлении нереально красивой и стильной бижутерии из медицинского сплава, из медицинского золота. Кто не знает, что это такое, это гипоаллергенные продукты. То есть они не вызывают зуда, не вызывают покраснение мочки уха. Потому что лично у меня на бижутерию уши реагируют моментально. То есть они краснеют, они начинают чесаться и, возможно, даже гноиться. Медицинское золото нет. Такой реакции нет. Оно не темнеет со временем. Камушки, которые здесь есть, вот мой браслетик, да, он был в поездке на море. Я его не снимала вообще. Я с ним сплю. Я с ним купалась. Кто смотрит меня в Дзен, тот видел. То есть я его вообще не снимаю уже 2 месяца. И он выглядит также нереально круто. И
именно он произвел фурор у моих девочек, да, очень красивый, очень стильненький, переливается, нереально крутой, он не потерял ни свой, ни лоск, ни блеск, то есть на море соленая вода, представляете, да, покрытие здесь золото, то есть сверху медицинского сплава еще золотое покрытие, а также у Словалио еще появились под серебро изделия, под белое золото, то есть есть изделия, покрытые белым золотом. В магазине ассортимент у них просто нереальный, сережки, цепочки, броши, очень много всего красивого. Серьги я, кстати, тоже не снимала, тоже я в них сплю, в них спать удобно, несмотря на то, что, казалось бы, вот такие они достаточно громоздкие, булавка, здесь есть камешки, они тоже плавали в море, ничего с ними не случилось, я с ними сплю, я с ними моюсь и вообще не снимаю, поэтому все замечательно. Помимо всего прочего, все изделия покрыты позолотой и родием, именно поэтому она вообще не темнеет и не окисляется. Ну и цены, конечно, они вообще никого не оставят равнодушными, если честно. Я прям вот готова каждую неделю заходить туда и закупаться, потому что для такой красоты, ну, это мега-мега бюджетно. Давайте скорее открывать. Вот такая у меня красота и всегда приятные бонусы. Смотрите, какая презентабельная. Во-первых, коробочка на подарочек любимым подружкам, маме, бабушке и так далее. И коллекция украшений, она настолько разнообразна, что под любой стиль абсолютно подойдет. На каждый день и на праздник. И вот такая еще милота. Осторожно, теперь вы прекраснее тоже вкладываете в каждой коробочке. Вот такие вот милые открыточки и резиночки. Я всегда ценю такие подарки, потому что у меня две девочки, и вот это вот всегда пригодится. Вот пригодится абсолютно всегда. Такие у нас теперь резиночки. Мягкие, кстати, как из велюра. Очень классные. Так, давайте по порядку. Здесь у меня цепь. Я пока еще не знаю, кому ее презентую, но обязательно кому-нибудь презентую. Сережки взяла для Ксюшки, а себе взяла вот такие. Видите форму, да? Сейчас это такой вот тренд, скажем так, этой осени. Именно вот в такой форме, различного размера, различной расцветки серьги. Давайте доставать, и все по порядочку вам буду показывать. Это вот такая вот капелька. Здесь у нас еще, уже идет белое золото. И вот такая вот застежечка. Это белое золото. Мне захотелось именно вот чего-то светленького. Очень здорово, что у Словалио теперь появились сережки из белого золота. Красивые. Вот такой вот замочек универсальный. Они очень легкие, не бойтесь. Они безумно легкие. Одену, сейчас все покажу вам. Дальше. Вот эти взяла маленькие для Ксюшки. Вот такие вот красивые малышки. Это колечки. Я очень люблю серьги кольцами. И они все в стразиках. Это стразы Словалио, переливаются все, посмотрите, какая красота, вот так они выглядят сзади, вот такой вот здесь замочек. Замочек, если что, регулируется под себя, в этом вообще проблемы нет. То есть достаточно гибкие застежки, и все это дело можно отрегулировать. Я вам сейчас на черном фоне покажу, так будет красивее, потому что переливается. Девчонки, нереально свет преломляется, очень красивые. Так, вот такая пара сережек и цепочка. Вот такая цепь с очень интересным плетением. Очень большой выбор цепочек в магазине. Плетение подбирайте под себя. Здесь вот такое вот красивое. Смотрите, я не знаю, как оно правильно называется. Вот такое красивое плетение. Такая достаточно толстенькая. Длина цепочки 60. Цепочки есть разные длины. Есть 50, есть 60. То есть выбираете все под себя. Вот такой вот замочек очень удобный. Вообще цепь очень интересная. На самом деле смотрится прям вот дорого-богато. Эти украшения не отличишь от золота. Никто не может отличить эти украшения от золота, потому что они абсолютно идентичны. Медицинское золото, оно такое же яркое, и такое же блестящее, красивое и не темнеющее. Итак, меряем. Сережки-капельки. Девочки, мега удобная застежка. В каком плане? Далеко не каждый производитель, точнее, мне вообще впервые попался такой, делает так. То есть на самом вот этом штырьке, который мы вставляем в ухо, есть ограничитель, да, за счет которого держится застежка сзади. То есть мы не давим ухо, не сдавливаем его до конца, чтобы застегнуть сережку, а именно доходим до этого ограничителя. У нас еще есть место, то есть сережка вот она свободна в ушке, ни сзади, нигде ничего не сдавливаем. Безумно красивые. Я вообще, в принципе, очень люблю серебро. У меня серебряная цепочка, и под нее вот эти вот сережки прям здорово красиво. Капельки. Они есть, кстати, разного размера у бренда Словалио. Вот такие вот красивые. Ой, как здорово. Мне очень нравится. Красота. Так, теперь Ксюшки, например. Смотрите, как они горят. Они прям горят, их видно даже за волосами. Здорово. Одними из моих любимых будут теперь. Сразу вам покажу замочек на маленьких сережках, насколько он тоже очень удобный. То есть мы вот так раздвигаем и хоп, до щелчка вставляем. Такие маленькие, миленькие, красивые.
Ну и вот как смотрятся они. Ксюшки, прям думаю, будут самое оно, вообще тоже будут ее самыми любимыми. Это, знаете, для любителей вроде минимализма, кто любит такие маленькие, аккуратненькие сережки, но в то же время дорого-богато. То есть камешки, они все так красиво переливаются, в ушки смотрятся красиво, аккуратно, и на повседневочку, и под какой-то наряд на праздник смотрятся великолепно. Замечательно. Ну и показываю вам, как смотрится цепочка. Смотрится она великолепно. Размер 60. Я его даже не расстегивала, через голову одела. Смотрится она великолепно, здорово, потрясающе. Длина, вот да, как у меня, моя цепочка тоже 60. Красиво переливается, тоже блестит. Здорово. Вообще плетение вот это очень интересно. Мне прям понравилось. Какой-нибудь красивый кулончик сюда обыграть. Кулончики тоже есть у Славы Алена. Любой выбор. Прям много очень интересных. Цепочка классная. Хочу вам как раз актуальную цену на данный момент. Это вот мои булавочки, в которых я была до этого. На эту бижутерию, на булавочки, на браслет. Девчонки, есть ролики на канале. Смотрите, пожалуйста, там ссылочки все есть. Так, цепочка на данный момент 840 рублей. Ножки Ксюшкины 580 рублей. Вот эта красота. Вы слышите вообще вот эти цены? На такую прелесть, на такой эксклюзив. Мои стильные капельки всего 395 рублей. Представляете? Ссылочки и артикулы, конечно же, оставляю для вас в инфобоксе. Проходите, покупайте, радуйте себя, своих близких такой красотой. Покупочка Яндекс.Маркет. Это лошадиная сила, лак для ногтей. Экстренная реставрация. У кого-то видела, девчонки то ли скидывали в чате, то ли у Аленки Ризван, не помню. В общем, прикольная штука, на самом деле, отзывы хорошие, 8 в одном. И я его уже потестировала, девчонки. Я потестировала, а потом поняла, что сделала это неправильно, поэтому вам сейчас расскажу, не делайте моих ошибок. Вот сейчас я одним слоем нанесла на ноготочек. Он имеет легкий-легкий оттеночек, при одном слое практически не видно. Вот такой вот легкий блеск, да, в отличие там от других ноготочков. Здесь очень много витаминов, очень классный состав. Ускоряет рост ногтей. Ну, я чисто для роста, потому что после моря у меня, в принципе, ногти очень крепенькие. Все как бы после гель-лака сросло, ногти крепенькие, хорошие, прям такие толстые, все супер. Но решил, что подпитать их лишним не будет. Поэтому взяла вот эту лошадиную силу, я вчера уже потестировала. Я нанесла один слой, сразу нанесла второй слой, и он не высох. Он просто не высох. То есть я сидела, я на улице еще сделала, к тому же до полчаса на улице, на ветру, он не высох. Потом почитала инструкцию, ну, как все русские люди обычно делают. Сначала делают, потом читают инструкцию. Здесь нужно нанести сначала один слой. На русском сейчас. Где? На другой стороне. На второй день. На второй день. Второй слой. На третий день мы все это жидкостью для снятия лака снимаем и наносим снова. Вот таким образом в течение 2-3 недель эти процедуры надо повторять. А я нанесла сразу два слоя, он вообще не высох, поэтому не делайте. Так мне просто захотелось красивого оттеночка, вот два слоя, он был прям вот видный, такой ощутимый, красивый. Ухоженные ноготочки такие смотрятся красивенько, все, пока гель-лак не планирую делать, буду им мазаться. Вот в один слой, но тоже долго сохнет, вот еще липкий прям. То есть нанесла, я уже 2 минуты вам про него вещаю, и он еще не высох. То есть сохнет достаточно долго, вот это вот минус единственный. А так буду смотреть, потом вам расскажу. Мне нравится, как смотрится на ноготочках, немножко тогда же выравнивает ногтевую пластину. Ну, такой легенький блеск, да, и легенький оттенок. Но когда сегодня снимала, кстати, обратила внимание, он немножко, что ли, выбеливает ногтевую пластину. Не поняла. Пока буду наблюдать и вам обязательно расскажу. Покупочки Яндекс.Маркета. Здесь мой любимый кофе, который беру уже неоднократно. Беру в основном на Яндекс.Маркете, потому что и пятерка, и четверка, Жардин, вот эти по 150 грамм, они, как правило, там дешевле всего. Кофе мы любим всей семьей. Девочки, кто пробовал, тоже оценили. Поэтому уже много месяцев пьем только его. Так, а здесь у меня пенка от Грасс. Пенка для мытья посуды. Очень интересная. Сейчас все распакую, покажу. Она была еще дополнительно в коробке. Прям так все упаковано хорошо. Но я это все дело обычно оставляю на пункте выдачи, чтобы лишний мусор домой не нести. Хочу сказать, что я изменяю средство для посуды Faberlic. Я его очень-очень люблю. И ни на что никогда не променяю. Оно лучшее. Но я люблю формат пенки. Я хочу потом в этот флакончик попробовать переливать средство для мытья посуды Faberlic, разбавлять его с водой. И вот такой вот дозатор получится очень красивый. Так вот эту этикетку, конечно, тут налепили зря. Пенка для посуды овощей и фруктов. Здесь у меня... Вообще она с грушей должна была быть. Да, с грушей. Вот груша нарисована. Девочки мои в чате тоже очень хвалили. Сказали, что пенка вообще великолепная. Вот видите, что натворили. Вот зачем они эту этикетку с заботой клеят? Это не забота вообще ни разу. Это вот это все сейчас надо будет отмывать, потому что сюда будет прилипать грязь, и это будет неэстетично. Вообще всю этикетку, наверное, придется отдирать. И будет просто белый флакон. Давайте посмотрим. Здесь стоит заглушка.
Сейчас я ее сниму. Потом вам обязательно расскажу, дам свой отзыв по тому, как отмывает. Так, смотрите, вот такая вот пена, довольно плотная, меленькая такая. Действительно, аромат груши, какой-то такой больше, я бы сказала, запеченной груши. Но пахнет довольно приятно. Девчонки хвалили именно этот аромат, сказали, другой, что ли, хлопок, остается запах на посуде, его очень тяжело смыть, я такое не люблю. Вообще лучше Фаберлик нет, но буду тестировать и вам обязательно в этом же ролике прям расскажу. Покупочка Яндекс.Маркет, и здесь у меня набор для купания от Wonder. Мы вообще этот бренд оценили, нам подходит. Очень хорошо подходит, они себя позиционируют вообще как эко-продукция, которая не вызывает ни аллергии, ничего, да, действительно, вот понравилась продукция детская. Такие наборчики на Яндекс.Маркете очень-очень бюджетно выходят. Я обычно, когда такие вещи вижу, всегда девчонкам в Телеграм ссылочки скидываю, поэтому, кто на Телеграм не подписан, обязательно подписывайтесь, ссылка в инфобоксе. У нас много интересного, позитивно и весело. Так, давайте открывать. Внутри набор еще пленочки, смотрите, как они прям заботятся, не вскрывать набор. И вот они, 4 средства. Мы уже все эти средства пробовали, всем нравится, все оценили. Эко-шампунь, вишня-малинка. Они все приятно, очень деликатно пахнут, они все хорошо пенятся. Смотрите, несмотря на то, что вишня-малинка, все прозрачное. Все прозрачное. Так, здесь у нас с вами детский гель для душа. Дынька ароматная. Вкусно тоже очень пахнет. С дозатором у нас с вами детское мыло. Эко. Здесь огромные объемы. 0+. Все. Ну, по крайней мере, это средство. На тех не вижу пометки. Так, объемы здесь просто огромнейшие у них. И цена за такие объемы совсем смешная. Девчонки, не вижу миллилитраж. Если вы где-то увидели, то хорошо. Не сушит кожу. Да, действительно, не сушит. Очень хорошее, добротное средство. И вот такая детская эко-пена для ванны. Не сушит, не раздражает. Без СЛС, парабенов, спиртов и красителей. Непоседа абрикос. Тоже пахнет очень вкусно. Я им по одному средству выдаю, а потом могу просто дозатор переставлять. Тоже все прозрачненькое. Такое гипоаллергенное. Классная, классная детская серия. Мне кажется, тут по 500 мл каждой бутылки. В общем, я не помню, девчонки, но объемы очень большие. А цена на самом деле за такой набор смешная. Поэтому, у кого есть детки, да, и для себя можно, обязательно присмотритесь. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на бижутерию Словарио. Всех люблю, целую, всем пока-пока.